Да. Поведение гражданина. Какого гражданина? Какое поведение? Ну, представьтесь, пожалуйста. Я только что вам представлял. Что там написано? Я вас прошу представить. Что там написано? Я вас прошу представить. Что там написано? Ваша фамилия, имя, отчество. Призвище. Молодой человек, значит, сейчас вы убираете камеру. Не, он не убирает. Куда вы будете мою информацию девать? Ваше призвище, имя. Я говорю, куда вы будете мою информацию девать? Вы здесь посторонних много людей. Из заявы будете звертать? Я еще раз вам повторяю. Я вам вопрос задал. Статья 32, часть 2 Конституции. То есть вы отказываетесь писать? Нет, заявление? Я вам сказал, смотрите сейчас закон. Мне нужно дежурного сюда. Вы заявление. Мне нужен дежурный. Я на вас буду сейчас скаргу писать. Здравствуйте. А можно дежурного, пожалуйста? Подойдите, пожалуйста. Можно, да? Спасибо. Неизвестный мне человек представился следователем. Он у меня спрашивает 12 раз мою фамилию, имя, отчество. Но здесь присутствуют вот посторонние люди. Я не желаю, чтобы эти посторонние люди слышали мою фамилию, имя, отчество, где я живу и мой номер телефона. Пожалуйста, примите меры. А? Не надо. Им? Я же им говорю, а ведь все стоит на видеокамеру снимают. Пойдемте. За мной идти не надо. Проходите, писать заявление. Вы что, куда вы руку тянете? Вы я что? Не тяню, я поднимаю руку. Не надо на меня тыкать, не надо штрикать. Я не тыкаю. За мной вы идти не будете. Нет. Этот человек заходить не будет. Вы меня слышите? Я заявление пишу в дежурную часть. Не ему. Куда он будет девать мою информацию конфиденциальную? Куда вы будете вылаживать его? Куда вы будете девать мою информацию? Это я снимаю. Потому что вы публичная особа. Проходите, присаживайтесь. Он сюда заходить не будет. Вы заявление писать будете или нет? Я буду писать заявление. Ну, только... Там не нравится, здесь не нравится, здесь нравится. Вы что, не понимаете, что я говорю? Мне не надо, чтобы 20 человек тут сидело. Вам здесь не нравится? Да следственная оперативная группа. Где здесь написано? С вами общается следственная оперативная группа. Три человека, которые... Зачем мне три человека? Зачем мне три человека? Со мной, чтобы общался. Вы выезжали на выезд. Ну? Приходите, пожалуйста, присаживайтесь. Подождите, где здесь написано? Вы будете писать? Где здесь? Вы слышите, где здесь написано? Что вы нужно, чтобы здесь было написано? Ну, то, что вы только что сказали. Вам выезжала на выезд. Следственная оперативная группа. Вот стоит эксперт. Что? Зачем мне здесь? А зачем эксперт сейчас нужен? Вот стоит оперативный. Что он будет делать здесь эксперт? Что он будет делать эксперт? Эксперт, что? Чем занимается эксперт? Что он делает? Снимает на видеокамеру. Зачем? Как? Я ему запрещаю, чтобы он снимал меня. А что вы снимаете? Вы снимаете или нет? Вдруг вы сейчас будете ругаться, оскорблять всех или нет? Или а не то, тогда тут будет все зафиксировано. Вы не будете оскорблять? Тогда здесь будет все зафиксировано. Прочитайте статью 40 закона Украины про национальную полицию. Проходите, пожалуйста. Прочитайте. На меня закон о полиции не распространяется. Статья 40. Проходите, присаживайтесь. А вы посчитайте закон о информации. Статья 40. Пожалуйста. И там прыгают. Значит, смотрите. Вы будете писать заявление или нет? Да, но они вот сюда уйдут. Они сюда уйдут. Я вам напишу. Если мы уйдем. Товарищ Саша, пойдем. Дежурный, слушай, я хочу вам написать лично. У меня есть своя работа. Есть работа, которая непосредственно занимается следственной оперативной группой. Вы мне скажите. Заявление выехали. Вы там писать не захотели? Смотрите. Приехали в район. Скажите мне, пожалуйста. Говорите. А на какую вы статью закона ссылаете, что нельзя мне снимать на видео? Я вам сказал, что вы снимаете, вот эксперт снимает, пожалуйста. Так это запрещено. Я вам запретил снимать. Нет, это запрещено вообще. Нет, я вам что-то сказал, что вам нельзя снимать. Это запрещено снимать. Я же вам не сказал такого. Вы просто говорите то, что вам хочется говорить. Слышать, может. Ну смотрите, я вам еще раз говорю. Хотите снимать, пожалуйста, я вам сказал. Здесь посторонние люди, я не хочу знать. Какие посторонние? Где вы видите посторонние? Идем, я покажу. Вот, люди в гражданском. Этих людей все знают. Я знаю, чем они занимаются. И часто я их уже, у меня в архиве очень много они. Пойдемте, присаживайтесь. Они везде присутствуют. Пойдемте.
Вы же посмотрите, что получается. Они все ездили на своих автомобилях. Кто их заправляет, эти автомобили? Вы же представляете, что это будет, если они будут семьи деньги вылаживать на топливо? Вы понимаете, о чем я говорю? Вообще нормальный хозяин несет заработную плату и все домой. А здесь получается, и из дому они тащут, заправляются, и они везде уже. Ну это какой-то смысл сейчас идет? Да, конечно. Заявление. Кто вашему, заправляет их банк? Вашему заявлению. Баки бензина кто заправляет? Я не знаю, кто им заправляет, я этих мужчин не знаю, кто там. Я их знаю. Ну, вы знаете, вам знаете. Да. Кто там что заправляет? Значит, смотри. Заявление проходите, представьте. Я уже вас услышу. Пожалуйста. Сейчас подъедет мой адвокат. И мы будем писать. Вы не будете сейчас писать заявление? Сейчас подъедет адвокат. То есть вы сейчас писать заявление? Я же вы меня услышали. Я пойду. Сейчас подъезжает мой адвокат. Да, присаживайтесь, ожидайте, пожалуйста. Хорошо. Нажмите. Пожалуйста. Не надо, сейчас откроем. Присаживайтесь, ожидайте. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Вот, там я знакомый. Вот, поняли теперь? Одушенко. Долгинцевский райотдел. Ингулевский райотдел. Издержинский райотдел. Денис, что ж ты не заловывается? А? Хочешь, я расскажу за него? На нем стоит печать, ребята.